Зачем бы полноценное кино? Давайте чуть-чуть по саду пройдемся. По саду. Вот видите, разве могут столько места пустовать? Да удавлюсь от жадности, но нет. Вот что интересно здесь. Смотрите. Итак, Антоновка на Сибирке. Великолепно. Показывал вам плоды. Ну, правда, они 400 грамм не вытянули, но 300 были. Это так называемая Антоновка. У нее есть какая-то то ли фунтовка, забыл в фунтах сколько. Старинное название. По-современному 400 граммовая. Ну, 300 получилось. Да еще с розовым налетом, да. И что интересно, я ей в крону, а фактически в центральный проводник, вживил вот этот сорт. Держите за стол, друзья. Здесь написано у меня Golden Delicious. Причем этот Golden прям с Крыма. Golden Delicious, вон там два дерева. Вот я показывал плоды до 500 граммов. Фотографировал, позировала мне человек, который мне никогда не удавалось обмануть. Но зачем мне врать, что 500 грамм, если они действительно 500 грамм? Вы понимаете, даже врать не приходится. Вот они, голдены, вон два дерева. А этот потом приезжает Курдюмов, хмыкнул, сказал, не голден. Ну еще бы Курдюмов голден не знал. Я лезу в эту спецификацию. Да, голдены чисто зеленые, форма совсем другая. Короче, когда я получал черенок, кто-то его назвал голденом, видимо, по ошибке. Я обижаться не стал. Стали бы вы обижаться над зимние, прекрасные, морозостойкие 500-граммовые плоды. Ну, при большом урожае, ладно, 300 грамм, 400. Вот. И вдруг, когда Сергей Железов, это я историю рассказываю, потому что иначе звучит даже невероятно. И вот он получает посылку, в ней 6 персиков сдохли сразу. Почему? С Крыма раньше все просыпается. И сюда, в Сибирь, могли месяцем раньше послать. А здесь персики были с листьями. А яблони были без листьев, но дохлые. И мне удалось с двух срезать черенки. Вот один из них. И я его привил, а на нем глаза протер. Голден! Если там не голден, но зато выдающийся сорт. Вы бы видели, веточку я подарил Чернобаеву, а у меня есть фильмы, в его саду снимал. Господи, боже мой, все дерево в 300, 400, 500 граммовых, как бы не настоящих голденах, а самое крупное потянуло на 540 грамм. Он говорит, были еще крупнее, но мы тогда дотянуться до них не могли. Вот. И вот он настоящий голден. Я так о нем мечтал. Это же мировой лидер. И вот смотрите, учеба есть учеба, друзья. А, может быть, это как бы первый фильм, ладно, там беседки. А это будем считать начало второго фильма. Вот. Итак, прививка хорошо пошла. Обратите внимание, я с нее срезал черенки для дальнейшей прививки. Да, те полудохлые, они же потом все равно умерли. Ну, там немножечко корней было этих клоновых, ну, то есть искусственных. Жить они все равно в Сибири не могли, это понятно. Но мы с Сергеем успели срезать несколько черенков. Вот один из них. Вот этот черенок стал вот этой прививкой. Сказать, что ему в Сибири хорошо, вы не сможете. Смотрите, как оно пострадало. Это даже не этой зимой, а предыдущей. Ему 2 года. Этому побегу 2 года. Прививки. Вот она прививка. Давайте ее лучше рассмотрим. Вот, видите, это улучшенная копулировка, вот она с язычком получилась, да? Вот, и теперь раз, два, три, четыре, пять. Никто не просил, я бы поделился, но никто не просил. Итак, 5 черенков у меня сейчас. Вот, помните, те несколько свертков, он там среди них. И я теперь несколько деревьев привью. Вот, а с этого дерева еще бы, вот дождаться бы, хоть одно яблочко. Ну, вряд ли. Сильно пострадало. Я с него срезал. И еще одна веточка осталась. Вот она.
полноценнейшая веточка. Еще кому-то, наверное, подарю. Или продам. Или удавлюсь от жадности. Это будет потом. Вот так она это. Что вы заодно видите? Я срезал до этого черенки. Видите? И пытался привить. Это прижилась. А та прививка нет. Вот. То есть упрямое дерево. Значит, вот это в этом году я срезал. Почему? Я продавал как черенки Антоновки 400-граммовые. И вас она порадует. Так, порадует. А обратите внимание, как плохо дереву приходится. Вот один из них отрезанных. Вот. Так как в этом году черная, это лак-мастика, Долматов мне прислал подарок, да, черная. А раз вот это синяя, значит, она мной была отрезана годом раньше. И посмотрите, как страдает от этого дерева. Это еще по-божески, что только часть ветки отсохла. И тут уж режь, не режь под выше почки. Как ни старайся, правильно, неправильно. Все равно мороз проникает не глубже. Вот этот момент отметили, да? Вот. И сами понимаете. Хочешь, чтобы у тебя было размножать, сразу это дерево на второй же год становится маточным. И может быть от этой черноты, от этой вот ранки и пошла вниз мороз. Ну и чтобы быть до конца убедительным, вот, эх, тут столько ходить можно. Вот это я тоже отрезал, смотрите, и привью снова на абрикос. Это венгерка богатырская, снова на абрикос привью. Следующее поколение должно уже получше быть. И это неплохо, но у меня была вот тут мощная ветка венгерки, и через два, мощная, самая лучшая, через два года она умерла. Значит, не получилось. Надо было брать черенок с нее годом раньше и делать следующее поколение. Вот тогда бы они перестали умирать. А у меня получилось, ну сколько я сделал, прививок 10, штук 6-7 пошло. Вот. Ну, то самое голдены. Я сейчас покажу, там я не очень себя хорошо чувствую. Вот. Вот он, то самое. Два года назад или три. Оно почти не растет. Видите, маточное дерево. Все изрезано. Ну, результат изрезки сейчас покажу. Еще, да, три года назад Савинич с ней фотографировался. Оно было практически такое же. Вот. Вот прививка не пошла, погибла. А что вы хотите? Упрямое дерево не принимает чужаков. Вот. Сейчас покажу. А, вот результат обрезки. Результат. Ну, а куда деваться-то? Ветки-то надо резать на прививку. Надо, зарабатывать надо, и себе надо, и Сергею надо. Вот смотрите, если ветка была не тронута, это вот смотрите, черная, значит, в этом году отрезал. Так, вот, а это годом раньше. Вот она зеленая. Вот результат. Деревья страдают страшно, это еще по-божески. Если походить по саду, вам плохо станет. Да, я могу далеко и не ходить. Посмотрите. Прекрасное дерево, называется этот самый, розмарин. Уже лучше дерева не бывает в природе. Это мировой лидер. А это Сибирь. Смотрите, сколько веток срезал. Синяя прошлогодняя, зеленая позапрошлогодняя и черная этого года. Кстати, пару почек не заметил и не замазал. Три почки не замазал. Ой, железо, стареешь. Вот, ничего, сейчас замажу. А теперь смотрите, ветки целы до той поры, пока не начинаешь резать. Согласны? Вот видели? А теперь сюда глядите. Ветки резал, черенки заработал. Цена какая? Здоровенная часть дерева. И вот это, и вот это. А там, где я не резал, все цело. Вы видите, я всегда подчеркиваю. И вот эта вот подлая, страшная, звериная технология. Вот, каждый год это, каждый год обрезайте. Ладно, яблони, они бывает терпят. И покрываются этим уже от болезни, полезли. Покрываются грибами, покрываются, ее тогда начинают жрать все, кому не лень. Насекомые жрут. Это уже больные. Но когда со мной вступили в спор, чтобы если не обрезать каждый год персик, то через 5 лет он умирает. Я
Ну как я его переубедил? Ведь я не смог переубедить этого человека. Не смог. Вот на этом я сейчас закончу. Еще все-таки про обрезку. Будьте внимательны. Только обрезка привела к этому. Только обрезка. Только обрезка. Вот. Грустная тема. Что ты будешь делать? Грустная. Вот это второе дерево из этого. И последнее, которое... все же говорю, погибло из посылки. Из крымской. Деньги выброшены. Так, прошу прощения сейчас. Я не отключаюсь, друзья. А вдруг по делу? Алло, Железов на проводе. Алло. Да, Саяногорск. Почти. Это Шушинский район напротив Саяногорска. Так, быстренько берите ручку, а то я тут фильм снимаю, да еще на морозе. Уже закоченел. А вы мне, пожалуйста, я вам продиктую телефон невестки. Она принимает заказы на саженцы. В данном случае я в Красном Хуторе. Но это рядом с Саяногорском, через Енисей. И вы, наверное, меня не слышите. Я говорю, я продиктую телефон невестки. Она и мой сын занимаются продажей саженцев. А я все остальное. Семечки, косточки продаю, черенки, книги учебные, диски. Все свое. Давайте. 8-913-943-31-78. Да. 78. Вот, а благодаря вам слышат, еще услышат сотни людей, которые сейчас в фильме, камера не выключена, все слушают.